Всем доброе утро, Златик спит. Ну а я успела уже переделать много дел разных домашних, привести себя в порядок, заниматься спортом, ну в общем как-то так. Вот, сейчас же планирую заняться куличом, и точнее тестом на кулич. Вот, потом хочу сделать вчера, который не успела сделать, конфеты из сухофруктов. Вот, потом нужно погулять с ребенком. Какой-то такой вот у нас план на сегодня. И поработать, да. Конечно. И поработать, да, у меня альбомы, ждут меня альбомы. Нужно скорее их заканчивать уже. Альбом для первоклашек я делаю, да. Вот, если вкратце, я занимаюсь фотографией и ездила снимать первоклашек. И они мне заказали альбом. Вот. Заказали, чтобы я им сделала альбомчики. Вот, так что этим я сейчас и занимаюсь активно. Так что такой вот план, пора заканчивать и возвращаться к нашему дому, к 3D-визуализациям нашего дома. Нужно продумывать еще по туалету. В общем, в туалете у нас планируется плитка кабанчик до половины стены каждый. Вот, где-то сантиметр на 150 по высоте от пола. А сверху будет покраска. Этот прием помогает расширить помещение, вот, что для нашего туалета, так как он небольшой, очень даже нам поможет. Ну и плюс экономия все-таки на плитке. Так что вот, нужно продумать эту высоту, потому что у нас еще там будет раковина, и, как говорит мой муж, надо бы, чтобы плитка была чуть выше, чем раковина, чтобы не забрызгивалась, чтобы было проще убираться. Вот. И нужно, да, посмотреть шкафчик. Мы присмотрели в Леруа Мерлен шкафчик. Туда там такая маленькая такая прямоугольная раковина и с шкафчиком. То есть, в принципе, все шкафчики, это очень здорово. Все-таки ничего нигде не видно, ничего нигде не стоит там, где не нужно. А все спрятано. Вот. Поэтому нужно посмотреть и все продумать. Вот. Как-то так, такой у меня план. Златуся, Златик, кто наелся каши? Ты что, спишь, что ли? Ты что, спишь? Так отражаешься классно в столике. Идёк спаля. Опять спать. Смотрите, какая нога классная. И такая вкусная нога. Кто снял носок? Ой, красотка моя. Где кнопочка? В общем, Златик сидит со мной на кухне, а я тем временем собралась сделать конфетки. У меня чернослив. Вот такой мне очень нравится. Вот этот вот на зубок. Он классный. Вот, есть курага, еще такой чернослив, кстати, фирма Щелкунов, мне тоже очень нравится, вот эти вот орехи классные, вот, у меня грецкие орехи, изюм еще есть, но я, наверное, изюм не буду добавлять, я так думаю, что, наверное, просто в куличи пойдет, вот, и еще у меня финики, я думаю, что в конфетки я добавлю финики, добавлю орешки, чернослив и курагу. В общем, сейчас самое главное, первоначально сухофрукты нужно помыть, потому что сухофрукты обрабатывают специальным газом, который токсичен, и нужно сухофрукты обязательно мыть перед тем, как их кушать. Так. Так, в общем, вот такой вот у меня комбайн. Ну, можно просто в блендере. Закинула туда, значит, курагу, грецкие орешки, финики и чернослив. Сейчас все это дело закрываю. И запускаю. Заготовила я конфетки. Такие у меня получились кругляшочки. Сейчас я высыплю в мисочку какао. Вот такое вот у меня есть. И сюда буду складывать уже готовые конфетки. Hey, I'm standing in my bed we made. Kissing in the fella bar. I'm kicking all the chairs away. Oh, I'm jumping on my sinking ship. I guess I didn't know where we start. I wouldn't know it would be like this. Hey, oh, you never make me decent. Oh, you never make me strong. Oh, you never let me finish. No, you never. I'll throw my hands up. I'm already made my mind up. Never get down on my luck. Never get down on.
вот и готовы мои конфетки. Такие вот красивые и, думаю, вкусненькие. Еще не пробовали. Сейчас мы поставим в холодильник или в морозилку. Постоят, схватятся, потом мы их обязательно попробуем. Златик, а вот и Даша пришла со школы. Да, Даша? Да. Мам, купила. Рак получила? Да. Молодец. Шла наша Дашулечка, и мы собираемся перекусить и пойти погулять. Да, Винь? Да, Винь. Виня тут у меня. Виня. Винечка. Винь, тебя так шерсть летит. Я молодец, Винь. Да. Вот, мы пришли с прогулки, и Дашулечка приготовила мне кофеечек. А еще мы сейчас будем дегустировать конфетки. Вот, а Дашулечка молодец, она тут мне порядок навела. Вообще, прям тут теперь у нас все чистенько. Все сверкает, сияет. Да, Дашуля? Захрустела ноги. Виня! Виня, красавчик. Меня тебя плохо видно. Вот попробуй конфеты дашь. Вот так. Тесто разложила по формам. Так, ну давайте посмотрим, как поднялись мои красавчики. Вот какие. Ну, наверное, если бы еще подождать, они поднялись бы еще. Я тут, кстати, включила газ. У меня еще включена духовка. Тут очень тепло. Слушайте, тесто просто огонь. Вообще, так просто, так быстро готовится. В общем, попробуем еще на вкус. В общем, я думаю, обязательно этот рецепт пойдет в копилочку, потому что это очень-очень быстро. Я, к сожалению, не засняла процесс, но, честно говоря, и снимать-то было нечего. Все быстренько размешала, закинула в холодильник, с утра достала, перемешала, закинула по форму, все, вот, и теперь поднялось. Вот, сейчас буду смазывать яичком с молочком. Вот у меня здесь яичко с молочком. I'm driving on a dated street. Do I let another dragonfly? Gonna sweet another on her feet. Oh, I'm driving on my sinking ship. I guess I need the way we start. I wouldn't know when it'll be like this. Oh, you never make me dizzy. Oh, you never make me strong. Oh, you never let me finish. No, you never. I throw my hands up. I've already made my mind. Ну вот, готовы мои красавчики. Спустя полчаса я их достала из духовочки. Выпекались они полчаса при температуре 180 градусов. Но я не могу, эти звуки, это так мило. Ты моя милаха. Да? Злата, ты что, зайцу с плюшу ешь? Зайцу с плюшу ешь? Вот так, по такому назначению мы используем. Зайку с плюшу. Да?
Ну, чтобы вы понимали, мы совсем не голодные. Да, Зад? Кто только что съел целую тарелку каши и потом еще творожок? М? Кто это был? Всем доброе утро. Я уже привела себя в порядок, накрасилась. Вот, хочу еще сегодня сделать укладочку. Не знаю, успею, нет. Сейчас мне нужно пойти сделать глазурь для куличей и украсить уже готовые куличи. То, что у меня получилось, я вам также уже либо уже вставила, либо еще вставлю. Не знаю, какой у меня там будет порядок на монтаже. Ну, в общем, как-то так. Oh, you never make me strong. Oh, you never let me finish. No, you never. I throw my hands up. I've already made my mind up. Never get down on my luck. Never get down on ay 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 ay. Hands up. I've already made my mind up. Sorry, I mess your life up. I'm going with my ay 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 ay. Oh, the signals keep ticking. Ay 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 ay. Standing in my bed we made, kissing and it fell apart. I'm kicking all the chairs away. Oh, I'm jumping on my sinking ship. I guess I don't know where we start. I wouldn't know it'd be like this. Hey, oh, you never make me dizzy. Oh, you never make me strong. Oh, you never let me finish. No, you never. I throw my hands up. I'm already made my mind. Never get down on my luck. Never get down on ay 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 ay. Hands up. I've already made my mind up. Sorry, I'll mess your life up. Never get down on ay 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 ay. Oh, the signals keep ticking. Ay 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 ay. Oh, the signals keep ticking. Hey hey, tick ticking. Hey, I'm driving on a dead-end street. Do I let another dragon fly? Gonna sweeten out the earth her feet. Oh, I'm jumping on my sinking ship. I guess I knew the way we start. I wouldn't know when it'll be like this. Oh, you never make me dizzy. Oh, you never make me strong. Oh, you never let me finish. No, you never. I threw my hands up. I've already made my mind up. Never get down on my luck. Never get down on I. Oh, you never make me strong. Oh, you never let me finish. No, you never. I throw my hands up. I've already made my mind up. Never get down on my luck. Never get down on ay 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 ay. Hands up. I've already made my mind up. Sorry, I'll mess your life up. I'm going.
Так, вот такая красота у меня получилась. Я прям очень довольна. Единственное, на один, к сожалению, не хватило у меня глазури. Сейчас это подзастынет, и надо сфотографировать красиво и собрать Пасху для родителей, собрать и на освещение. Единственное, что у меня, не знаю, как-то вот здесь вот прям очень потекла глазурь. Все-таки, наверное, я ее жидковатой сделала, все равно густая была. То ли я ее не досбила. В общем, с глазурью у меня вечно какая-то байда. Не получается у меня делать это, блин, глазурь. Получается, она у меня хорошо здесь. Вот уже, наверное, она у меня все-таки была... Ну, то ли рано я ее начала использовать. Постоять, может, надо было дать. В общем, как-то так. Пусть застывает. Вот, а я сейчас пока приберусь. А то у меня тут полнейший хаос. Кушаешь? Кушай, моя девочка. Приятного аппетита. Кушай, да. Ты же моя зайка. Ой. Где? Вот, мы уже вернулись домой. Дашулька порисовала. Сейчас я покажу, что она нарисовала. Такую красивую картину. В общем, вот. Такая красота. Вообще, очень красиво. В общем, картина просто улетная, очень красивая. И это с учетом, что сегодня у нее было всего лишь третье занятие в этой арт-студии. Вот, очень мне прям нравится. Классно. Вот, и она сама говорит, желанием рисовать, и говорит, все, мольберт мне давайте, краски. Я говорю, ну подожди, а то сейчас все это купим, а ты скажешь... Ой, сейчас, секунду. Ичка, здесь не хочу, да, держи бутылочку. Вот, говорю, а завтра ты скажешь, я не хочу рисовать. Я говорю, нет, давай подождем. Даша очень нравится, так что она в восторге и с удовольствием ходит рисовать. В общем, мы зашли в перекресток, и я купила мясо.
потому что мне сегодня некогда было готовить. Оно вот в такой пленке. И готовила я его 90 минут. Это такой рулет. В общем, вот, смотрите, это черкизово, рулет по-царски. Из свинины вот такой вот рулетик. Получается здесь чуть больше килограмма. Запекать в этой вот упаковке. Только этикеточки все надо было удалить. Запекала 90 минут. В общем, не знаю, не пробовали еще, сегодня уже не будем. Но такая интересная штучка, по крайней мере, это быстро. Но на запах, кстати, очень даже приличненько. Ну, такой вот. Вот, сегодня у меня еще план поработать и смонтировать вот этот блог. Так что буду с вами прощаться, укладывать своих девчонок спать. А сама, надеюсь, все-таки пойду поработаю, ну да, и смонтирую блог. Что тоже, кстати, не быстро. Пока что у меня не получается быстро монтировать. Вот, потому что я, ну, еще смотрю, что я отснимала. Вот, удаляю лишнее, как-то, если бы это все просто закидывать и монтировать, ну, это как бы, да, быстрее. Но я пока делаю не так, к сожалению, наверное. Ну, или к счастью, все-таки хочется, чтобы это было красиво, интересно. Вот, так что это занимает время. Вот, ну, и плюс поработать, потому что я сейчас заканчиваю альбомы, точнее, нет, я не заканчиваю альбомы. Я еще делаю альбомы, и еще... Ой, короче, мне надо заканчивать. Не знаю, когда я буду заканчивать, но надо. Вообще, у меня по плану до 15 мая это край отправить в печать. А еще лучше до 10, ну, не знаю. Вот, завтра бабушка выходная и пойдет гулять со Златой. А я завтра буду работать. Вот, кстати, еще сегодня купила себе мышку. Вот, новую мышку. И очень хочу заказать себе штатив. Хотела сегодня купить штатив себе для того, чтобы снимать рецепты было поудобнее. Ну, не рецепты, а когда я готовлю. Рецепты снимать не планирую, а вот когда я готовлю, чтобы мне удобно было снимать, в общем, хочу купить штатив. Кукушки, кто там? Кто это такой хорошенький? Златик, ты что делаешь? Ты что там ешь? Ты что ешь? Злата, ты что ешь? Что ты там ешь? Ку-ку! И что это ты не спишь? Я думал, ты спать будешь. Ку-ку! 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 Ну что, давайте прощаться. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Оставайтесь со мной. Надеюсь, дальше будет еще и еще интереснее. В общем, по крайней мере, я буду очень-очень стараться. Все, всем пока-пока. Увидимся завтра.